Привет, друзья. Вот я возвращаюсь по цвету таким, каким я был много-много лет назад. Ну, лет 25, наверное, да. И молодею поэтому. Да, друзья, скоро постригусь. Вообще буду молодой. А теперь слушайте внимательно. Дело в том, что есть новый прием. Он такой волшебный, потому что его беда только в том и большой недостаток, что он может давать у некоторых эффект сразу. Положительный эффект сразу, ну, практически мгновенно, за несколько секунд. И поэтому они сделают, снимут стресс у себя и потом думают, ну, и все в порядке. А ведь этот прием надо повторить несколько раз. Это все равно как таблетка, понимаете, один раз выпил и думаю, что на всю жизнь хватит. Да нет, время от времени, как припечет, ты опять берешь таблетку. Но здесь, в данном случае, это заменитель таблеток. Это когда жуткий стресс, когда вы не знаете, что делать, ну, прямо валится все у вас из рук, и в этот момент вы делаете этот прием. Послушайте, я его сначала расскажу. Но перед тем, как я расскажу, я вам заранее скажу, какие возникают ощущения, потому что при этом могут и такое блаженство наступить сразу, и такие слезы палиться, и такая улыбка пойти, и такая энергия пойдет. И прямо такое может быть состояние, и сон может пойти сразу. Вы понимаете, это, короче говоря, вот это все, что пойдет, вы на это не обращайте внимания и не боритесь с этим, потому что это такие явления, которые организм выкидывает для того, чтобы восстановить свою гармонию, утраченную, может быть, из-за стресса. Да, вот этом-то дело, в этом-то все и дело. И вы понимаете, в чем суть приема? Я это обнаружил когда? Очень много лет назад. Я как-то испытывал такой вибромассажер. Вибромассажер лежал на нем, минского производства, кстати говоря. Лежал на нем, вот так он так вибрировал, и в этот момент минут через, ну, где-то там, не минут, а секунд, 15 примерно. Потом я встал, ходил, и что-то голова ясная такая. Ну, кровообращение мне немножечко, частота совпала, понимаете, вот этой вибрации. А сейчас прошло много лет, и я помогал другу. У друга жуткий стресс. Ну, сейчас вы знаете, какая обстановка, его туда куда-то приглашают, не буду называть куда, и куда он отъезжает, и он не знает, что там с ним будет, и я ему говорю, почему он разбудил меня ночью, я прямо ему по телефону, мне надо было срочно за полминуты-минуты объяснить, что надо сделать, чтобы снять страх перед этой поездкой, чтобы он, и может быть, принял решение какое-то, которое, ну, короче говоря, как он поступит, это уже другой вопрос, но главное, чтобы голова была ясная, светлая, и творческий потенциал в нем ему помог найти решение, куда ехать, туда ехать или в другую сторону. Вы меня понимаете, я не буду тут конкретизировать. Короче говоря, было времени где-то минуту говорить ему по телефону, я ему спросонок, потому что меня так соседи задолбали вот этим ремонтом. Понимаете, ну все время пилят там что-то, и невозможно ни эфир провести нормально, ничего. Поэтому я выкроил себе там часочек поспать, и в этот момент он мне звонит и говорит, не знаю, что делать, я твой метод знаю, я его каждый день использую, но мне ничего сейчас не помогает, потому что вот пришло, и я должен поехать, и я не знаю, чем это такое. Ну, короче говоря, а я сквозь сон ему говорю, я сразу вспомнил, что все приемы у нас, они по существу заменители тренажеров, которых в данный момент нету. Но я имею в виду, вы делаете те действия, которые вы обычно делаете в спортзале, с каким-то калиолисом там, или с мячом делаете. Но делаете в этом смысле без спортзала, без мяча. И вдруг я вспомнил, как я лежал на этом минском тренажере. Я ему говорю, Костя, слушай, я тебе скажу, что сейчас сделать, только ты эффект получишь сразу, но ты сделай это несколько раз. Например, сейчас сделаешь, потом еще через час сделаешь, в удобное для себя время, пойдут слезы, плач, смех пойдет разбирать тебя, смейся, да, потом, может быть, у тебя
Ну, короче, какие-то реакции, сон, если ты не спал давно, сон может пойти, спи, говорю, это восстановительные реакции, гармонизирующие. Да хорошо, он мне говорит, ну что же мне делать, я, говорит, уже несколько суток в каком состоянии, как будто подвешенном. Ну, короче говоря, я ему сказал то, что сейчас вам говорю. Я говорю, назови это волшебный чутлок, но этот прием бесподобно работает. Да, а суть его – вибрации. Поэтому ты берешь, говорю, я вот так сплю, я ему по телефону говорю, ну, сплю я или не сплю, я профессионал, я в любом состоянии помню, что мне надо делать, да еще и изобретаю я во сне, как Менделеев. Ну, короче говоря, я ему говорю, Костя, ты слушай меня внимательно. Я сейчас сплю, но я тебе сейчас скажу, что за полминуты, минуты ты можешь сделать, и потом повторить несколько раз в удобное для тебя время, но только обязательно повтори. Он говорит, хорошо, хорошо, да. Я ему говорю, слушай, ты стоя, сидя или лежа, возьми правую руку и начинай ее вибрировать, как будто волна проходит по руке, вот так, вот так, вот так проходит сюда, потом она проходит туда, потом она проходит до ног, потом обратно с ног до верху, и вот так вибрируй, вибрируй. Найди частоту, которая тебе так в кайф, так тебе подходит, и я ему это объясняю, найди себе такую частоту, и сиди и прямо трясись, прямо трясись, прямо трясись. И при этом, если тебе захочется плакать, плачь, я тебе повторяю. Смейся, если захочется, спи, если захочется. Захочется там добавить какие-то движения. Добавляй, добавляй, добавляй. И главное, трясись, трясись, трясись. Вибрацию подбери. Это вибрационный чулок. Волшебный такой. Как будто ты его на себя надел. Это такой тренажер, ты на себя его напялил, и он тебя трясет. Это такая супер вещь. Ну, говорю, делай. Ну, короче говоря, он мне через 2 часа позвонил, он мне говорит, извини, говорит, я знаю, ты спишь. Ну, я, говорит, не понимаю, что со мной случилось. Я говорю, а что такое? Да елки-палки, я понял, как туда не ехать. Я говорю, слушай, ты решай, ехать, не ехать, ты понимаешь, в чем дело? Вот кому-то надо ехать, пусть это делает перед поездкой, чтобы все было в порядке, чтобы, как говорится, не столкнуться с тем, чем не надо. Ну, короче говоря, друзья, я вам все сказал, да, все сказал. Ну, супер, супер, понимаете? Волшебный чулок. Или вибрационный чулок, стоя, сидя или лежа, начиная с руки или с пальца ноги, начинайте вибрировать, подбирая частоту. Критерием подбора частоты является максимальная частота. С максимальной частотой, если вы будете делать. Поэтому я вначале сказал, беда в том, что он может дать эффект положительный сразу. Да, сразу. Ну, попробуйте. До встречи.